жизни второй раз тут попался на силовой прием. И что сейчас будет? Сейчас будет, я боялся, что будет гол, потому что там Бобков, он большой, ему тоже сложиться и среагировать на этот отскок было непросто. Элис! Атакует Элис, а от Бобкова шайба, от Бобкова. Да. От борта, от конька Бобкова в ворота. По игре незаслуженная, конечно, канадцами шайба, но тем не менее она есть. Она могла войти раньше, несколькими секундами. Тоже ошибка на выходе из нашей зоны, потеря шайбы и... Вот еще раз посмотрите, казалось бы, тоже вот здесь Кузнецов, вот, видите, не смог. Да, 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 да. И не еще раз. Принять. Да. И вот здесь. И ведь канадцев не было на пятачке, ни одного человека. Как хотите, так и подставляйте. То ли действительно выйти не смогли, значит, и виноваты, и вообще надо 5 было зайти. Да, то ли представляете, как кикс, как курьез, коим в действительности эта шайба и является.